Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла мне очередная посылка для рыбалки. Пришла очень быстро, за 17 дней. Я до этого заказывал 3 воблера с одного магазина, довольно дешевых. Чуть позже заказал эту посылку, и она практически догнала. После того, как я, друзья, увидел те воблеры, которые купил заранее, я очень пожалел, что не заказал еще больше таких воблеров. Некоторые воблеры по 46 центов, некоторые по 50, по 70. Как говорится, для коряжника, для затопленных кустов, для мелководья самое то. Недорогие воблеры, не жалко терять. Уже в данном магазине воблеры немного подорожали. Но опять же, все равно они остаются там дешевыми. Сейчас быстренько все вскрою и рассмотрим их поближе. Да, есть такие места на водоемах, где просто жалко хороший дорогой воблер, хорошую дорогую приманку, хотя точно знаешь, что хищник там есть, он гуляет, бой постоянный в этих местах. Но когда знаешь, что можно остаться без хорошей приманки, ее туда просто не кидаешь. И вот для этих мест подойдут такие вот воблеры фирмы Фаванон. Сделано довольно добротно. Для такой цены я даже скажу, что это реально отличное качество. Крючки острые. Хорошие, интересные расцветки. И натуральные цвета, ядовитые. Вот начнем с данного воблера. Посмотрите, как он красиво переливается. Хорошая лопатка. Петельки довольно неплохо сделаны. Шумят не сильно громко, но внутри шарики есть. Острые тройнички цепляются сразу же за пальцы. Реально, посмотрите, 46 центов отдавал за данный воблер. А как красиво и качественно они покрашены. Многие знают, что я занимаюсь моделизмом. Делаю танки, автомобили из пластика. Уж в покраске я разбираюсь. Но вот этот шумит довольно неплохо. Такая вот ядовитая раскраска. Пробую разжать тройники. Очень хорошо пружинят. Ну и загнал в палец. Такая вот спинка. В кровавую крапинку. Очень хорошо сделаны глаза. Петли. Красивая расцветка. Очень хорошо переливаются. Не знаю, что тут я чувствую, что мне подсказывает, что воблеры будут рабочими и будут ловить рыбу. Это, конечно же, мы увидим в видео с рыбалки. Вот такой вот натурал. Натуральная раскраска под окунька.
очень порадовали воблеры. Вот такой воблер. А вот этот мне прислали вместо какого-то другого. Я такой вроде бы не заказывал. Сейчас посмотрим. Ну, тоже интересная ядовитая раскраска. Хорошие острые тройники. Лопатка довольно крепкая. Даже сломать не жалко для краш-теста. Ну и вот хочу вам показать. Длинный воблер 11,5 сантиметров 76 центов. А, все-таки заказывал, да, я такой. 57 центов. Вот такого плана воблера по 46 центов. И вот такого плана по 58 центов. Согласитесь, что для такого качества цена очень смешная. За 7 штук вместе с доставкой $4.08. Но на данный момент эти воблеры немного подорожали. Ссылочки будут в описании под видео. Поэтому можете, кого заинтересовало, посмотреть и перейти по ссылкам. Сейчас взвешу такой воблер, какой у него вес. Посмотрим. Около 7 грамм. 7 грамм ровно. Как раз под тест моего спиннинга подходит хорошо. Ну, тоже около 7 грамм. Лопатка немножко. Так, и взвесим этот воблерок. 10 грамм. Широкая лопатка. Тринадцать грамм. Друзья, на этом буду заканчивать видео. После видео сделаю, как всегда, на макросъемке. Можете рассмотреть получше. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.